Приветствую всех на своем канале. С вами Ольга Карпович, бизнес-проект партнер. Получила я новинку каталога. Это брелки знаки зодиака. Я их очень давно хотела заказать, но все никак не было и не было на складе. И как-то получилось урвать, правда, их быстро разобрали. Поэтому я вам сейчас их покажу, и у меня их немало. Лично у меня их никто не просил, просто я решила сделать такие подарки своим лидерам. Ну, до Нового года, в принципе, еще долго, но так как я в компании давно, я прекрасно знаю, что у нас такое, если не возьмешь, потом не возьмешь никогда. А вот захотелось мне что-то необычное, ежедневники я уже им все дарила. Знают, что такое, пусть в этом году покупают сами. А я решила подарить им вот такие брелки. Зашла специально в личный кабинет, посмотрела у всех даты рождения. Кто от меня далеко, заказала к ним на офис. Я просто написала, что вам придет подарочек, заберете. А кто у меня обслуживается на офисе, заказала к себе. И хочу вам сразу показать, какая красота мне пришла. Скажу честно, я даже сама не открывала их. У меня сегодня очень много заказов, поэтому я сразу буду при вас открывать и показывать. Значит, как обычно, упаковка у нас идет красивая, целлофанчик и затем подарочная коробка. Брелок знак зодиака Водолей. Артикул 600-329. Сплав недрагоценных металлов, стекло. Длина изделия 10 сантиметров. Водолей. Красиво. Очень красиво. Я ничего доставать не буду. Но он такой массивный. Вот. Посмотрите толщину. И здесь колечко такое не тоненькое. А в принципе можно легко снять. Вот как он снимается. Я думаю, на подарок очень даже красиво. И здесь два камушка таких стразика, здесь поменьше. Вот это у нас Водолей. Дальше брелок знак зодиака Козерог, артикул 600-328. Козерог. Ну, как видите, сияет очень хорошо. Даже я могу отразиться в нем. Толщина такая же. Но он такой громоздкий, то есть нелегкий. Как, конечно, будут носиться стразики, я вам ничего абсолютно сказать пока не могу. Но я думаю, что это все зависит от того, как человек что носит. Так, брелок знак зодиака Овен, артикул 600-314. Этот брелок я уже приобрела себе, думаю, всем подарю. А я, вот, вылитая, наверное, я, потому что я Овен настоящий. Всегда добиваюсь того, чего хочу. Миленькие красивые подарочки. Водолей, артикул 600-329. А был же у нас Водолей, вспомнила. Значит, у меня два лидера Водолея оказалось. Ну и Лев, артикул 600-318. Сейчас посмотрим, какой у нас Лёва. Вот какой у нас Лёва. Длина подвески, как я уже сказала, 10 сантиметров. Толщину видите.
У нас на складе вчера смотрела пару штук было, но не все. Поэтому, если хотите сделать приятное своим друзьям, коллегам, подружкам, заказывайте, пока есть. Если хотите присоединиться ко мне в структуру, ссылочка для регистрации ниже. Я буду вашим наставником, и я с вами свяжусь. С вами была Ольга Карпович. Всем до новых встреч. Пока!